Поэт. Поэт. А какого века? Подсказки есть? Это, короче, что-то связано, наверное. Где вот это? Нет? Привет! Какая это часть речи? Вообще, это сложный вопрос. Я просто не совсем хотел афишировать свое лицо. В каком падеже встречаются предлоги «к» и «по»? Походу, это надо было тебя... Можно поменяться? Да нет. Слушай, собака дядя Федора, как звали? Так, всем привет. Ой-ой-ой. Долгожданное наступило время. Меня зовут Жека Ширяев. И не знаю, сколько прошло уже. Год, наверное, а может и больше. Я не снимал рубрику «Школьные вопросы». Мужчина, здравствуйте, а можно пообщаться с вами на камеру, не? О, я прочитал по губам, он послал у меня. Девушка, здравствуйте, не хотите поучать? Не-не-не, да, люди не знают, что сейчас. Они думают, что сейчас я буду вопросы спрашивать, наверное, про политику, там еще про какую-нибудь шелупень. Не хочу. Как тяжело, блядь. Уговорить кого-то, чтобы люди просто взяли и поучаствовали. Сорвали бабосиков. 1000 рублей. 1000 рублей в наше время, чтобы заработать, надо, иначе ведь постараться. А некоторые целый день трудятся, чтобы тыщенку сорвать. А тут буквально за 3 секунды. Здорово. А что, поучаствуйте в моей движухе немного, а? Что у вас за движуха? Да, задаю вопросы школьные. И если правильно ответил, то даю деньжат немножко. Давай. Давай? Поехали. Ну, надо вот сюда поближе, вот так, на камеру. Какого уровня вопрос? Школьного. Школьного характера? Ну, да. Не XY, там, плюс X. Ну, да, без этой всей залупы. А что за какую тему? А разные темы. История, что ли? Да нет, там этот, как его... Математика, русский язык. Ну, вот смотри, вопрос первый. 5 вопросов, 1000 рублей. Очень все быстро. Кто хочет поучаствовать? А если мы не отвечаем? А, да ничего. Да, давай. Просто... Я... Давай ты, да? Выходи из кадра тогда, пускай нас будет только двое. Все, будешь участвовать? Да, Дим, не будешь? Что? Надо. Димон, ты че? Давай, контентчик лупим. Так, вопросы для Димона. Девушка, поучаствуйте в моем шоу, прикольном, веселом, сейчас будет классно. Отвечаю для ютубчика, снимаем видос. Ну, да подходите сюда, чтобы вас видела камера. Братиш, поучаствуешь в движухе? Ну давай, что ты? Ну иди сюда, я тебе расскажу. Иди сюда. Смотри, братан, все просто. Я тебе задаю 5 вопросов, очень простых, без вариантов ответов. Ты отвечаешь правильно, я даю тебе 1000 рублей, и все, я иду домой, я уже замерз. Давай. Серьезно. Давай, как зовут тебя? Влад. Влад Топалов? Нет. 1, 2, 3, 4! Как звали собаку дяди Федора? Как звали собаку? Братан, вы такой на камеру, то я же, ну, я для ютуба снимаю всю эту историю. Дяди Федора? Да. Так, сейчас, секунду, это у нас получается... Можно тебе, братан, сюда? Вот у нас камера, да, сюда, да, вот смотрит. Ну просто не совсем хотел афишировать свое лицо. А, да? Да, да. Это получается. Ну у так нас... профиль нормально, смотри, тебя даже особо и не видно, посмотри, видишь? Видишь? А, ну нормально. Четко, да? Да? Пойдет. Вот так вот профиль, давай. Это у нас. А что, время? Ну смотри, собака дядя Федора. Это мультик Простоквашино. Я помню, точно Простоквашино. Ну, меня чуть-чуть сбило с толку. Кот Матроскин, на это. Да я помню. Так, собака дядя Федора. Сейчас, секунду. Можно сейчас? А что у меня сколько? Да сколько хочешь, братан. Собака дядя Федора. Сейчас, секунду. Ну, есть квадратик, а есть круглая херня, блядь. А, что ты мне подсказываешь? Ну, а почему нет, блядь? Ну, вопрос друга. Да. Можно звонок другу? Давай. Слушай, собака дяди Федора, как звали? Алло. Алло, Вась. Алло. Ты смотрел этот... Я сейчас в прямом эфире тебе отвечаю, просто меня случайно поймали здесь. Короче, собаку дяди Федора в Простоквашино, как звали? Собаку дяди Федора. Шарик, блядь, шарик. Шарик. Вот, все.
имя композитора Баха. Имя композитора Баха? Ну, имя его. Ну, Бах, Бах фамилия, а имя? Фет? Нет. А, нет. Баха. Имя композитора Баха. Ничего себе будет, я его выговорить не смогу, это имя. Да нет, ты что, брата, нормально. Подожди. Иоганн, да. Как называется вещество, из которого сделан стержень простого карандаша? Тихо, не надо, нельзя, Сай. Братан, давай, подожди, посмотри. Ты аккуратненько, да. Стержень. Ну вот, все верно. Стержень. Карандаша, грифель. Секунду, да? Стой. Нет. Простой карандаш. Стержень вот сделан из... Не кремний? Не кремний. Как-то... Грифель, делали как-то так. Ну вот помню. На Г. Да. Гр. Гриль, что ли? Как? Грим. Грим? Да не гриль. Не гриль, говорю, гриль. Нет. Грим. Грим. Гра. Гронь. Гра. 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 Фит. Графит, все верно. Абсолютно верно. Как называли телохранителей Ивана Грозного? Телохранители Ивана Грозного. Иван. Дружина. Ну, Ивана Грозного, вот этого, блядь. Телохранители? Царя. Ну, те люди, которые... Вот это вот царя, ты что себе, да, это, там, это царя Руси все. Ну, его телохранители. Они были опасные пассажиры, все их боялись, они на кол всех сажали. Это при неприближенные, сейчас скажу, как-то они... Не семейники, как же это они? Придворные? Да не придворные. А как они, кто они? Да, а, типа... все. Дружина, как не, стража, не. Как они? На О, О. На что, на О? Да, ор, типа... Орда. Не Орда, нет, как звать? Нет. Точно на О? О. А вторая не Р? Нет. Не Дж, не Д? Не Дж, не Д. Вторая П. Опричники. Иди сюда. Пятый вопрос, и 1000 рублей твоя. Давай только ты как-то мешкай, а вот встань вот тут, ты весь то самое, и все. А можно 1000 рублей посмотреть? Бля, заканчивай. Думаешь, я буду сейчас тебя обманывать, бля? Последний вопрос. Столица какой страны? Город Лиссабон. География. Лиссабон, город. Знаешь такой город? Лиссабон? Да. Я не знаю точно. А звонок другу можно? Звонок другу? Да. Нет, уже был звонок. Давай, Лиссабон. Какие есть мыслишки? Какая страна? Дошел до пятого вопроса. Давай, последний, все. Сейчас, секунду. А можно остановиться на несгораемой сумме? Да ну, братан, сгораемых сумм нету. Лиссабон. Я помню, песня даже есть такая. Не то, что песня, а этот... идет как бы типа речитатив рэпа такой. Я сейчас Яндексе посмотрю обязательно. Ага, посмотри. У нас время ограничено? Ну, подумай минутку еще, братан. Мне кажется, это не Швейцария, точно. Это же такая Швейцария, да. Это, короче, что-то... Ну, ничего себе вы загадали, это же где-то там люди живут. Это где, викинги, что ли, оттуда, не, что ли? Не-не-не. Это... Тепло там. А, там наоборот тепло? Угу. Южная... Бормочут там по-иностранному еще. Что-то в этом роде. Это, короче, что-то связано, наверное. Где вот это? Нет? Да хрен его знает, есть ли там такая тема или нет. Типа, не Техас, что-то такое вот. Южная Америка, нет, Южная... Во-во-во, вот это мексиканское что-то, да? Ну, похоже. Лиссабон, да. Но это не в Мексике. Я понял, что это рядом. Это Индия, может быть. Не-не-не. Индия. Блин, слушай, дядька, я вот на самом деле, как бы, честно тебе скажу, Лиссабон был у меня, попадался Лиссабон. Это даже в рекламе было. Раньше... В рекламе раньше было даже. Короче, все, да, братан? Да, все. Лиссабон. Я не знаю. Сингапур. Не. Какой Сингапур? Не. А что это?
Это собака. Короче. Это, подожди секунду, еще один. Мексика. Нет. Блять. Блин, так охота. Да все, ты проиграл, короче, слышишь? Тихо. Ну, хватит ему зуб. Блин, вообще ты дурак. Лиссабон. 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 А что Лиссабон это может быть? А там снег есть в этой стране? Мне кажется, не особо. Южная Африка? Нет. Все, давай, последняя страна. Еще одна, да? Давай. Вася звонит, блядь, уже в третий раз звонит. Сейчас, секунду. Абхазия? Шикар, сдался. Да нет. Португалия! Все, пацаны, спасибо, короче, вам за движуху. Хотел сказать следующую информацию, что... Помните раньше, когда я выпускал выпуск, а после выпуска мы в моем инстаграме делали прямой эфир, где вот это выглядит почти так же, только идет прямой эфир. Вы добавляетесь ко мне, чтобы у нас было совместное видео. Я выбираю любого из вас вот тыком, и я также задаю вопросы. И потом, если вы правильно отвечаете, вам перекидываю на карту деньги. В инстаграме будет такой же розыгрыш, клевый. Переходите в мой инстаграм, и все, по красоте там замутим вот так же все. One, two, three, four. В каком падеже встречаются предлоги «к» и «по»? Походу, это надо было тебя... Можно поменяться? Да нет, смотри. Нет, я знаю. Подожди, но... какие у нас есть падежи? Родительный. Какие там предлоги? Родить? Родить. Кого чего? А вот к, к и по – это какие? Какой это падеж? Дательный. О, красава. Кто из сказочных персонажей уверял, что он... красивый, в меру упитанный мужчина. Это парень. Сзади пропеллер у него был. А как же его зовут-то? Ну, все нормально, да. Ты уже. Да нормально, знаешь, я просто не могу вспомнить. Кто? Он. Ну как его зовут? Как же его зовут? К. Карлсон. Имя, назови имя самого необычного царя, который знал 15 ремесленных специальностей. Ремесленных или ремесленных? А подсказочка можно? Да. Настоящий или вымышленный? Не, настоящий царь, который трудяга был такой. Поехал учиться, всему научился. Петр Первый. Петр. Молодец. Итак, сложный вопрос, по крайней мере для меня. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Так. Что это за, ну, хренаська, так ее я обзову. Можно еще раз повторить. Это очень сложно. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. О, черт. Черт. Это теорема. Да, но у меня в школе единицы были. У меня такая же фигня. Я вот, если бы мне бы спросили, я бы не ответил. Ну давай, что там за теорема бывает? Пифагора. Может, ткнешь пальцем. А, теорема Пифагора. Какие же еще были теоремы? Я назвал Пифагор. Пифагор, правильно, все. Ну что ты мне компостируешь мозги, блин. Последний вопрос, и ты, щенка твоя. Как называется твердая оболочка Земли, которая состоит из верхней части земной коры и мантии? Оболочка земной коры. Опять-таки, это вопрос не на то, вот, какие там знания, незнания. Если вспомнил, ты щенку получил, понимаешь? Не вспомнил, понимаю, ну, бывает. Риск большой, на самом деле. Сейчас вспомню географию. Ну, пятый вопрос чутка-то посложнее, литоплиты, да? Литоплиты, что-то с этим связано. Как? Литоплиты. Рядышком. Короче, лито – это правильный путь. Да. Чуть дальше. Лито, 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 лито. Пожалуй, это самый сложный вопрос. Базаришь? Да.
Как звать тебя? Николай. Тем более. Чамзи. Что было дальше? Чамзи. Фамилия такая? Я битмейкер. О май гад. Серьезно? О, да. Это круто, блин. Да. Можем договориться, напишу тебе бит. Серьезно? Серьезно. Авторский бит для твоего канала. Класс, класс. Серьезно было. Все, договорились. Все. Просто Чамзи введите в поисках, там все выдаст, вы поймете. Послушайте биточки и треки. Прям как у Славы Марвел. Лучше. Еще лучше. Лучше. Ебаку. Ну. Литосфера что-то. Я угадал? Ты угадал, брат. Сейчас звучат аплодисменты, которые я наложил в этом, как его, в этой всей херне. Да. Yeah. One, two, three, four. А что меньше? 5 тонн или 50 центнеров? Я правильно говорю? Центнеров, да. Не подсказывай, брат. 50 центнеров чего? Земли? Да кумыса, я не знаю. Ну, пускай одного и того же. 5 тонн меньше. 5 тонн меньше, да? Ну да. Ты уже посчитал все в уме, да? Ну давай, давай так, давай в килограммах, да? Нет, в чем измеряется? Там тонны, там центнеры. Пускай это будет там какашки. 5 тонн какашек и 50 центнеров какашек. Что меньше? Ну, мне сдается, что меньше 5 тонн. Ну сдается, только давай расклад отдай нам. Почему я так думаю? Ну да. Давай переведем какашки в килограммы в эти. Ну, если какашки в килограммы, и это все 50 центнеров? Ну, 5 тонн какашек, это сколько килограмм? 5 тонн какашек, это... В одной тонне какашек сколько тысяч килограмм? 1000. 5 тонн какашек это будет? 5000. А в центнерах? А в центнерах, не знаю на самом деле, наверное, 100 тысяч. 100 тысяч, да? То есть получается меньше 5 тонн? Нет, больше. Центнеры больше. А, все-таки... А, ну, ты запутал тонны меня. Тонны меньше, центнеры больше. Не получилось, Димонь, да, одинаково. Одинаково? Одинаково. Фонг, я курю восторг. Свет в окно и слова на стоп. Я знаю одно, что не нужен никто. На фоне фонг, я курю восторг. One, two, three, four. Назови по-другому сухую траву, используя 4 буквы. Сено. Вопрос номер 2. Герой сказки Носова, побывавший на Луне. Незнайка. Назвать имя поэтов. 3 поэта, ты должна назвать их имена. Пушкин. Александр Сергеевич. Чуковский. Корней Иванович. Барто. Агния. Но было ли у нее отчество, я не помню. Да отчества не надо. Достаточно имени. Ты кто? В смысле, имя отчество? Ты молодец. Привет! Какая это часть речи? Вообще это сложный вопрос, учитывая... Вообще это сложный вопрос. И я тебе так скажу, что этот вопрос я нашел в интернете, и я бы не ответил бы на него, если бы меня так спросили бы на улице бы или где-нибудь еще. Привет! Привет! Какая же это часть речи? Я не знаю, междометие? Нет, вряд ли. Этикетное. Хорошо. Ну, давайте слово этикетное нахрен. Междометие, все. 5-й вопрос и тыщенка твоя. Окей. Итак, Настя, как называется план вторжения в СССР? План? Ну, короче, смотри. Барбаросса, не знаю. Нет? Был план Барбаросса. Сейчас, подождите, мне надо посмотреть. Я только его помню. И что это был за план? Ну, план Гитлера, но я не помню, как именно он
состоял из чего? Ты что, угадала? Ну да. Точно ты не придумал ответы там по дороге? Не, Барбаросса, все верно. Что-то хотел рассказать, ёпа-мать, забыл. Что же я хотел рассказать-то, сука? Фу, красава, Влад! Влад, ты молодец, ты мне уже нравишься. Как звали собаку, которая провожала Элли в изумрудный город? Картошка или Татошка, как-то так. Татошка. Татошка. Бля, я уже боюсь. Мне уже раз она упала, эта зараза. Пошире поставь. Да пошире, нас будет плохо видно. Ну хотя давай попробую. Вот так вот раз, подожди. О, нормально видно. Кто это? Не знаю, к сожалению. Ну, братан. Он не мой братан. Что? Он не мой братан. Поэт. Поэт. А какого века? Подсказки есть? Ты заставляешь меня вот это думать, какого века. Это 1800, это какой век? Это 19-й? Тогда точно не знаю. Ну, подумай, брат, ну что ты? Сижу за решеткой в темнице сырой. А, скормленный в неволе. Орел молодой. На дуэли тоже он это самое. В Грузии он там постоянно, все там у него было, все чики-пуки. Ну это вряд ли тот, кто... Михаил! Михаил? Да я не знаю. Уже минус, да. Ну, есть Пушкин, а есть еще один Дантес, тоже известный чел. Которого убил Дантес. А, еще один во времена Пушкина? Ну, они где-то в одно время сектынились. Как бы не профукаться бы, как бы. А то сейчас в комментариях скажут, вот, ведущий сам ничего не знает. Да, ни хрена не знаю. Я хочу дать возможность людям вот тыщенку сорвать на ровном месте. Это Михаил Юрьевич... Я дебил, прости. Я не знаю, серьезно. А сколько тебе лет? 19. А 19? Я немножко другим увлекаюсь, да. Чем ты увлекаешься? Музыкой в основном. Ну, сейчас музыка, раньше был спорт. Спорт уже нельзя. Спорт, да. Да, давай, короче, на этой ноте я закончу выпуск, да? Да, давай. Да? Я только раз. Подписывайтесь на этот канал, ставьте эти поганые лайки. Я давно уже видосы не делал, понимаете, давно. Поэтому, если сейчас он не зайдет, ну, чё к чему, чё я буду продолжать делать это? А если лайки поставите, там, покажете кому-то, там, дождик, тем более дождик пошел, правильно? Да, и в Инстаграме я сделаю прямой эфир, там, нормально придумал? Лермонтов! Все. Давай, пока. Одна просьба. Подожди-ка. Дай, пожалуйста, карты, потому что я заблудился. Карту? Да. Куда тебе надо? Мне надо 20, большевиков 24, корпус 1. Это просто первый дом, а я такой, так, по картам где-то здесь было. 2,4 километра тебе надо приехать. Сколько? Ну давай, докуривай, я тебя подвезу. Сейчас я пока манатки соберу, ты пока кури свою сигарку. Я в другую сторону поехал, твою мать. Я надо было на собеседование, на работу. Лошара, блядь. Труба на автономном, не звони мне, ведь я занят. Ставлю White Horse на стол. White Horse? White Horse. White Horse, вот это меня больше всего удивляет. White Horse, но это виски такой хороший. Ну, хороший виски, это же дерьмо. Нет, это сивуха, ребят. Это хороший. Да?